На базе социально-предпринимательской корпорации «Сарыарка» создан Центр обслуживания инвесторов. Благодаря тесному сотрудничеству с самоуправленческими и правительственными учреждениями, а также опыту в переговорах, работники центра предоставляют быструю и профессиональную помощь при принятии инвестиционных решений. Подробности в нашем следующем материале. Центр обслуживания инвесторов создан впервые. Учреждение действует на базе социально-предпринимательской корпорации «Сарыарка». Данный центр будет обслуживать инвесторов, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов на территории Карагандинского региона, и будет нацелен на оказание консультационной помощи потенциальным партнерам. Центр обслуживания инвесторов – это диалоговая площадка между потенциальными инвесторами и потенциальными предпринимателями, которые хотят реализовать свой проект, но у них не хватает, может быть, сервисной поддержки в техническом, организационном плане, в плане инвестиций. И как раз-таки наш центр – это вот то место встречи, где будут встречаться потенциальные проекты, идеи и финансовые институты развития. Значит, мы будем оказывать как техническую поддержку в плане доработки проектов и их наиболее выигрышном представлении, и целевой поиск финансирования для тех или иных проектов. То есть приходит инициатор проекта, центр рассматривает, насколько четко проработан бизнес-план и какие отрасли промышленности наиболее готовы, чтобы воспринимать этот проект, говорит заместитель председателя правления, объясняя механизм действия центра. Смотрим, есть ли достаточная база финансовая у инициатора, либо нет. И уже рекомендуем ему наиболее целевые институты, причем мы ему не просто выдаем список рекомендаций. Мы сами связываемся с этими финансовыми институтами, готовим по требованиям финансовых институтов всю документацию и сопровождаем нашего потенциального предпринимателя, потенциального организатора проекта до стадии инвестирования в финансовый институт. Национальный план включает в себя несколько основных разделов. Среди них – усовершенствование законодательства и дополнительные стимулы для инвесторов. Управляющий директор Национального агентства «Казнекс Инвест» подчеркнул, что привлечение иностранных инвесторов является важной составляющей экономического развития страны и реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. Который считается инвестиционно привлекательным, имеет особое значение для нас. Сегодня мы хотели бы подробно, остановиться на инвестиционном направлении агентства, также рассказать о работе с иностранными инвесторами и о государственной поддержке процесса привлечения инвестиций. До конца этого года такие структуры будут сформированы во всех регионах страны. Для Казахстана очень важно привлечение иностранных инвесторов, ведь это не только привлечение средств, но и привлечение новых технологий и развитие компетенции для реализации госпрограммы. Это и есть основная задача, которую еще предстоит выполнить. Анна Шакарбегова, Ужас Габасов, Алексей Спиридонов, Первый, Карагандинский.